Добрый день, меня зовут Сергей. Я вам расскажу о нашей мастерской и о том, какие работы мы вообще производим здесь, в нашей мастерской по ремонту корпусов и интерьера яхт, гидроциклов, катеров и, собственно говоря, любой водоплавающей техники. Вот. То есть, почему именно занимаемся исключительно вот водоплавающим сегментом? Ну, во-первых, у нас достаточно большой опыт по данному направлению. То есть, во-вторых, я сам люблю катера, лодки, яхты. У меня были достаточно много в пользовании подобных игрушек. Вот. И самое главное, это то, что, ну, вот, например, я считаю, что вот, ну, лично мне всегда было жалко тратить деньги на машины, потому что я считаю это просто поджопным средством. Вот. Но при этом абсолютно не жалко денег тратить на катера, на тюнинг катеров, на ремонты катеров своих. Вот. Но постепенно, этот, как его называется, работая с данными вещами, то есть ремонтируя и обращаясь по разным сервисам, вот, я сталкивался с одной элементарной проблемой. Вот, потому что мастера, которые занимаются ремонтом катеров, в основной массе яхт, не являются их владельцами, не, очень часто не понимают проблемы, которые возникают у вас, и не понимают, как решить данные проблемы. То есть они делают непосредственно то, что им сказали. Это касается, начиная из стентов, и касается всяких разных вещей. Вот. То есть поэтому в конечном итоге вылилось все это дело в собственную мастерскую. Мастерская оборудована, ну, я не скажу, что по последнему там слову техники, но оборудована достаточно хорошо. То есть у нас есть всевозможные подъемные механизмы, рампы, краны, домкраты и все остальное. То есть мы производим ремонты, как, допустим, производим покраску катеров круглый год. Круглый год производим ремонт гелькоутом. Вот, это достаточно немного народу делает. Вот, в нашем городе, по-моему, больше зимой это никто не делает. Потому что для того, чтобы ремонтировать корпуса, необходимо иметь специализированные площади. То есть, как вы видите, вот у нас здесь, в принципе, вот в данном месте ремонтируются катера длиной до 8 метров. До 8 метров ограничение по высоте до, наверное, 3,5 метров. И 3,5-3,8 метров. И, соответственно, по ширине не шире 2,8 метра. Вот, потому что просто потом это уже вот сложно. Ну, весом до 2 с лишним тонн. То есть, в принципе, ремонтируются гидроциклы. У гидроциклов восстанавливаются корпуса, восстанавливаются поверхности гидроциклов любых. Вот. Ремонты производим исключительно гелькоутом. Исключительно гелькоутом, исключительно полиэфирными смолами и всем остальным. Вот. У нас, если посмотрите мои ролики, то, в принципе, видно, как и что, в принципе, мы делали. То есть, там некоторые работы у нас есть. Ну, вот на моем канале 1Серж23 есть не ряд моих работ. Ну, вот не моих, а наших работ. То есть, к нам приходили совершенно разные корпуса. Нам приходили корабли, из которых росли деревья. Это в полном смысле этого слова. То есть, брошенные корабли. Достаточно интересно с ними проводилась работа. Ну, во-первых, это просто нам интересно самим. Вот. Мы производим ремонт как корпуса, так, в принципе, можем заменить весь интерьер катера. Вот. У нас есть собственный швейный цех. Мы можем пошить тенты на него. Вот. То есть, собственно говоря, если вы нам пригоняете корпус, то на выходе вы можете получить катер. Вот. Если вы пригоняете корпус моторной лодки, на выходе вы получите катер с установленным мотором, ну, соответственно, который вы предоставите, вот, с подключенными приборами, с настроенной музыкой и всем остальным. Вот. Мы знаем, как это все сделать нормально, то есть вам не надо заморачиваться и придумывать что-то самим. То есть мы всегда найдем варианты, как подсказать, что и как будет сделать лучше и правильнее. При необходимости мы изготовим судовые мебели. Вот. Сейчас вот чуть позже, сейчас вот у меня немножко здесь освободится, вот, площади. Вот, будет вестись работа. Сейчас я надеюсь, что начнется работа обратно. Все-таки у нас хватит времени заняться моим катером непосредственно. Вот стоит в зале красный регал 2150. Вот, на него я хочу сделать новые тенты и сделать на него кормовую площадку. Вот. То есть, потому что, ну, мне их хочется иметь. То есть это вот я планирую сделать за вот
между работой с чужими катерами в конечном итоге закончить вот эту вот вещь. Вот здесь сейчас как раз я нахожусь около катера, который вот только сейчас вот, с которым закончена работа, и который вот в ближайшее время вот, будет сдан хозяину. Это катер Тритон 540. То есть у него велись достаточно большие корпусные работы, по нему есть отдельные видеоролики, поэтому здесь, если интересно, можете посмотреть его. Вот. Там последний раз я выкладывал несколько роликов, там были ремонты гидроциклов, были покраски гелькового, там были покраски необрастайкой. Вот. Что характерно, как еще раз говорю, мы работы проводим постоянно. У нас нет ограничений, зима, осень, лето, то есть, вот. То есть пригнали катер, все. Мы, если мы за него взялись и работа нам интересна, соответственно, мы его делаем. Вот конкретно по срокам, ну вот данный катер, у него был очень большой фронт работ по корпусу, делался месяц, причем ровно месяц. То есть мы его взяли 5 января, насколько я помню, вот. И похоже 5 февраля мы его сдаем. Вот. Так что любые по интерьеру и экстерьеру могут быть любые решения, то есть можем оснастить катер бушпритными площадками, кормовыми площадками, поставить якорные лебедки, вот, заменить салон, перешить салон, вот, полностью поменять, как его называется. Я, кстати, хочу вот, в будущем выложу несколько роликов, которые будут не по мастерской, а непосредственно дам советы, потому что очень просто много спрашивают и звонят. Вот, дам советы по ремонту непосредственно этих, как его называется, по покупке бушной техники, как ее покупать, на что ее смотреть, потому что просто ну, много приходится с этим сталкиваться. Ну и плюс ко всему, наши друзья, которые, вот, допустим, ну, мы сотрудничаем с рядом людей, которые занимаются там ремонтами моторов и всем остальным. Сами лично мы моторы не ремонтируем, вот, только свои и по мере необходимости острой. Вот. Но при этом у нас есть друзья, которые, в принципе, без проблем могут отремонтировать моторы. Вот, могут отремонтировать. Мы занимаемся только по моторам, по силовым агрегатам. Мы не можем на стационарах поменять там помпы, юбки, произвести его плановое обслуживание и все остальное. Вот. То есть, но если вам нужно что-то там более серьезное, то есть есть специальные люди, которые придут к нам и эти работы выполнят. Вот. Моторы можем демонтировать. Ставить мотор, поставить мотор, снять мотор. Все эти работы также делаются. Вот. Еще, как я раньше говорил, у нас есть подъемные механизмы и все остальное. Вот. Так что, как еще раз говорю, что в принципе мы знаем, что мы делаем. Вот. Мы всегда можем вам помочь, можем посоветовать что-то. Вот. Опыт по работе и по использованию, непосредственно фактическому использованию катеров, лодок, яхт, гидроциклов достаточно большой. Вот, поэтому мы всегда можем дать вам рекомендации, дать вам советы, которые вы можете воспользоваться или, ну, или соответственно, не воспользоваться, как у вас будет желание. Вот, но этот, помочь при любом раскладе можем вам помочь. Так что, если хотите, обращайтесь. Можно писать на почту 1serge23@mail.ru. Вот, здесь задавать любые вопросы. Можно писать, задавать вопросы через YouTube. Вот, но это получается несколько дольше, потому что на почту все-таки я захожу чаще. Вот. Также, если вы хотите сделать какой-то запрос, обязательно на почту указывайте ваш номер телефона, потому что многие это не делают, и достаточно сложно найтись потом получается, особенно через YouTube. Вот, указывайте номера телефонов, вот, указывайте, как вас зовут, обязательно, даже если вы находитесь в другом регионе, а нам люди привозят катера иногда на ремонт из далеких регионов. То есть без проблем, перезвоним, договоримся, вот, всегда найдем общий язык и поможем собрать и оснастить как вам вашу катер-моторную лодку, вот, для в принципе любых целей, как для рыбалки, так и для отдыха. Все, спасибо за внимание, обращайтесь, до свидания.